Велика сходка вдруге. Більша та цікавіша. З 16 по 18 листопада у Дніпровській філармонії пройде другий фестиваль «Кабаре». Більш детально про нього ми поспілкуємося із арт-директором фестивалю, заслуженим діячем України Євгеном Чепурняком. Евгений, как большому другу 9 канала, я говорю вам здравствуйте. Здравствуйте. Итак, будет правильно, наверное, для тех зрителей, кто все-таки не знает, что такое фестиваль «Кабаре. Большая сходка», рассказать, что это за фестиваль и, собственно говоря, кто сойдется. Ну, понятно, сойдутся те, кто знает, что такое фестиваль и что такое «Кабаре». «Кабаре-фестиваль. Большая сходка» традиционный уже, я надеюсь, он проходит второй раз. Это фестиваль театра в малых форм, фестиваль... Те, кто пишет для эстрады, для варьете, для кабаре. А что такое кабаре? Кабаре – это кабачок. Кабачок по интересам. Кабачки бывали разные. В основном там собирались люди, которым было о чем пошутить и о чем поговорить. А по интересам это были художники, это были писатели, это были поэты, это были те, кто пишут баллады. Ну вот мы попытались вот все это собрать вместе и привезти сюда в Днепр. Да, обязательно это певцы. Поэтому на этом кабаре-фестивале сойдется все, что с нашей точки зрения является необычным, что открыто для зрителей, что веселит или заставляет задуматься. Таким образом, в течение трех дней, с 16 по 18 ноября, в Днепре на сцене филармонии будут появляться совершенно разнообразные коллективы, которые, как мы считаем, имеют отношение к этому легкому, тяжелому жанру. Ну, поскольку уж вы сказали, что это середина ноября, с 16 числа, давайте поговорим о творческом составе. То есть, сколько коллективов, или, может быть, я неправильно сказал слово коллективов, будет принимать участие. Я знаю, что за граница точно приедет какая-то. За граница приедет, на сей раз за граница будет очень далеко, это Россия. Ну... За граница приедет коллектив. Я не считал, сколько коллективов. Я могу рассказать по дням, что нас... ждет на этом. Я думаю, фестивале. Что так будет правильно. В первый день ждет два украинских коллектива зрителей, а зрители ждут их. Коллективы очень интересные. Один из них называется «Инородный театр абсурда Воробушек». Собственно говоря, вот в этом абсурдном и парадоксальном названии вся их суть отражена. Кстати говоря, я о сути ничего не знаю, равно как я подозреваю тех, кто будет выходить на сцене. Это харьковчане. И очень интересный проект, который называется «Цешо». Украинскому зрителю известен еще один проект того же продюсера Троицкого, который называется «Дах Дотерс». Вот «Дах Дотерс» мы планируем уже который год. Их невозможно выловить, они проводят свое время за границей в основном. Я надеюсь, что в следующем году все-таки приедут. А вот «Цешо» — это... совершенно другое. И вот их-то нам удалось сюда, в Днепр, и пригласить. Посмотрим. Во всяком случае, это новое для днепровского зрителя. Во второй день первое отделение программы, а программы большие, объемные, открывается авторами, которые пишут для эстрады. И вот тут как раз уже речь идет о загранице, потому что, ну, во-первых, хотя я могу, во-первых, кого-то другого упомянуть, во-первых, я хочу упомянуть редакцию замечательного юмористического, сатирического журнала из Екатеринбурга, который называется «Красная бурда». Они традиционно приезжают в Днепр. Если они не приезжают, зрители спрашивают, а где они? Они всегда остры, они всегда точны, и я всегда немножко боюсь за их существование, потому что, сами знаете, в какой стране они, да, они пишут. У нас-то все просто. Говори, что хочешь, а все, о ком пишешь, они будут делать, что хотят. У них несколько по-другому, поэтому, насколько я знаю, на них подали в суд. Причем тема суда, если можно так сказать, им пытались, или не знаю, получилось ли это, запретить некоторая публикация. Публикация, в частности, касалась инструкции для того, как правильно брать взятки, которая была опубликована на страницах этого журнала. На полном серьезе подали в суд. Вот сейчас идет процесс. Это поэт-юморист Александр Гутин. Впервые в Днепре, его еще у нас не было. Это днепровский поэт Виктор Елисаветский, он по специальности уролог, поэтому у нас будет необычный взгляд на человека, он глубокий, изнутри, ну, то есть с разных сторон. Прелестная поэтесса, пишущая в новом жанре эротической поэзии, Леся Мудрак. Я полагаю, что она будет
читать свои стихи, привлекая зрителей тоже к исполнению, сидя, стоя и даже лежа. Причем вполне может быть, что лежать она будет не одна, а кого-то, так сказать, пригласит. Из Одессы мы ожидаем Бориса Барского, человека яркого, солнечного, то есть со своим прочтением мира. Приедет Игорь Иртенев. Тоже давненько его не было, если он вообще бывал в Днепре. Это только первое отделение. А вот, может быть, я кого-то пропустил, надеюсь, что нет. А вот во втором отделении оно будет музыкальное, потому что кабаре – это разнообразная история, и там будет Грозовский бенд. Вот такой объемный второй день, 17-го. Что же касается 18-го, то там добавится кабаре, веселый писец. Собственно говоря, фестиваль «Большая сходка» назван по названию одного из наших номеров. И здесь есть точка кристаллизации. В Днепре в течение многих лет работает маленький, парадоксальный, странный театр, который называется «Театр КВНДГУ». Последнее время мы все-таки определили, что это театр кабаре по жанру, поэтому вот «Кабаре, веселый писец». Итак, «Кабаре, веселый писец». Вышеупомянутые писатели, о которых я говорил в первом отделении, ну и во втором отделении, конечно же, должен быть парадокс, и должен быть яркий, если будет тут умная, ироничная поэзия, или неумная, не ироничная, ну вот посмотрим и увидим, то второе отделение этой программы, оно будет посвящено фридом-джазу. Это очень ярко и очень красиво. Это киевляне. И на закуску мы получим спектакль, это уже в Малом зале филармонии, спектакль Дикого театра, Дикий театр из Киева. Очень новый, очень авангардный, очень яркий сегодняшний театр, спектакль шумный, нашумевший, называется «Виталик». В постановке одного из лучших режиссеров современной Украины, я думаю, что не только Украины, Максима Галенко. Вот это будет в Малом зале, там немного мест, но в Киеве этот спектакль идет на зал, где 50 мест, попасть трудно. У нас мест больше в Малом зале, я думаю, что все желающие смогут попасть, если вовремя купят билеты. Вот, кстати, о билетах. Где и как их приобретать, чтобы стать участником праздника? Ну, вы мне такие вопросы, где и как, в кассе надо покупать билеты на «Карабас». На «Карабас.ком», и, по-моему, билеты называются, да? Ну, то есть пока билеты есть, и нужно спешить. Билеты есть, более того, цены, благодаря тому, что есть культурная столица, которая поддерживает это дело, это не комплимент, это данность. То билеты, ну, понимаете, что такое это фестиваль, организация его, приезд, поселение. Ну, то есть это внутренности, которые, в общем-то, зрителей не касаются. Билеты демократичны, они, по-моему, от 80 гривен начинаются. 140, я могу ошибаться, и в один из дней там 400 гривен, самые дорогие билеты, но это для элиты, для высоких ценителей, для тех, кто хочет сидеть не просто в первом ряду, а прям под сценой, вот как бы так, но в основном билеты совершенно доступны. Насколько сейчас тяжело в Украине не только смешить, а и заставлять думать зрителя? Ой, тяжело, потому что уже не смешно. Ну и потом у нас серьезные конкуренты. Это Верховная Рада. Ну, традиционно. Насколько тяжело? Я не знаю. То, что смешно, то смешно. Трудно попасть в одну волну со зрителями, потому что то, что смешно тебе, может быть, не смешно зрителям. Ну, как-то я не очень себя отделяю от зрительской аудитории. Я хожу по тем же улицам, езжу в том же транспорте, ну, в своей машине, правда, я езжу. И я плачу те же суммы за коммуналку. Поэтому, видите, тема у нас как бы общая. Я с интересом смотрю за тем, что происходит в политике. Иногда с большим, иногда с меньшим. В зависимости от того, какой спикер мне попадается. Иногда я думаю, вот эти люди мне дают, рассказывают, как я должен жить. Но ударение они неправильно делают и на русском, и на украинском. Ну, это же тоже, наверное, смешно. Это такой общий вопрос, на который нет однозначного ответа. Что вас в последнее время больше всего вот так заставляет, по крайней мере, улыбаться, несмотря на все тяготы и перипетии, которые происходят в Украине? Всегда улыбаться меня заставляет парадокс. Если я вижу парадоксальную ситуацию, либо на самом деле я очень смешлив. Если я вижу что-то просто смешное, я совершенно элементарно смеюсь. Я могу, закрыв рот, чтобы меня никто не видел, улыбающиеся губы, просто смеяться, увидев смешного или трогательного человека на улице. Посты в Фейсбуке заставляют смеяться, в том числе совершенно серьезные.
Часто смеюсь над комментариями, иногда пытаюсь в Фейсбуке парировать, потом получаю ответ, думаю, зачем ты это сделал? Это картина общая. У нас не так много времени осталось, но давайте еще раз проговорим. И по большому-то счету вы как один из арт-руководителей, правильно, этого проекта. Какое видите? Высокое слово, арт-руководитель, хорошо. Ну вот, вот видите, вот вас это заставило улыбнуться, поэтому приглашайте зрителей. Я же самый ироничен. Уважаемые зрители, 16, 17, 18 ноября вас ждут участники второго фестиваля театра в Кабаре «Большая сходка». Если вы не придете, она будет недостаточно большой. Приходите, билеты стоят недорого, но уж парадоксы и смех мы вам обещаем. Приходите. Я говорю вам спасибо и надеюсь, что мы обязательно встретимся с вами в этой студии после завершения этого фестиваля, для того, чтобы так правильно подбить итоги. Договорились, меня принесут. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був Євген Чепурняк, арт-директор фестивалю «Кабаре Велика Сходка», заслужений артист України. До речі.